Привет! И мы тебя помним. Вот остановились. Узнала? Да. Да? Как дела? Нормально. По Российской Федерации село. О, супер. Там сейчас конфетки придут. О, спасибо. Да. По Российской Федерации. Да, спасибо. Уже школа хочется. Да, школа да, работает, все Полина, хорошо, да? Я хочу. Я сегодня была в школе. И я что, тоже. Там как? Была. Да, нормально. Только не сегодня. Да? Да. По-английски 5. По-английски 5? Да. В каком классе учишься? В четвертом Б. В четвертом А. В четвертом Б. Это четвертом А, это четвертом Б. Молодцы, девчонки. Мы вместе учимся. Так, а мальчики как у нас учатся? Ну, я в пятом Б. Так, и что? Ты в седьмом? Да. И как учеба? Большой же мальчик. Да? Тебе жениться уже надо. А вот такие смотрим, что-то машина. Знакомая, да? Да, сейчас. Подождем. Да, подождем. Так, ну рассказывайте пока, как у вас дела. Хорошо. Да? Да. Прилеты часто сейчас? Да, слышно, да, да. Я еще в школу. Не целый день почти прилеты. Да. Я еще в школу прям нагиналась. Где-то рядом бомбили. Да, конечно. Ну, я надеюсь, не скупят. Россия. Потому что она взяла нас и защищает. Поэтому я думаю, не доставить, чтобы мы опять убежали. Мы... Куда я... убежали? На Западную Украину. Я была на Западной Украине. А я была в Сватове, там Россия. Я тоже да, в Сватове. Я была а, там... Запад... а правда, что... Подожди, а правда, что там бомбят Россию? Нет. Ой, нет. Все нормально. Так, девчонки, а ну смотрим, что нам тут дядя Вася приготовил. Нет, нет. Держите. Держите. Спасибо. Держите. Пораздавайте. Мне две. Так, теперь держи. У меня тоже две. У меня три. Держи. Все иди. Держи. Спасибо. Держи. Всем хватит, не переживайте. И брату дам. Так, теперь держите ручки. Это тетя Оля с Красногорска передала. Конфет набрала. Так, я не шел, это все время везлися. Да, везлися. Так, держи, сейчас. Вот так, держи. Ой, держи, держи. О, да. Так, две таких. Давайте, ну, сейчас, всем возьму, не переживайте, всем хватит. Так, держи. Спасибо. Тетя Оля, скажи, тетя Оля, спасибо. Спасибо. Тетя Оля, спасибо. Так. Хоть мы не знаем, да. Тетя Оля вас увидит. Она увидит, мы все это в эфире. Тетя Оля, мне ниточка. Так, держи такую, такую. Сейчас тебе еще такие маленькие. А мне какие, дайте, пожалуйста. Какие же такие? Ну, я как раз кризиме. Да. Держи. Тебе. О. Так, у кого нет таких? У меня еще нету. У тебя тогда у тебя будет вот такое вот. Согласен? Можно мне такую? Так. Я такую люблю. Так, тебе тогда еще один чупа-чуп. Спасибо. И еще конфет. Кому еще конфет? Мне. Всем, да. Держите, я меч себе попробую. Вот так, чтобы всем побрасывать. Мне будет, я тоже, я вот эту пурешку обожаю. Да, держи тебе еще. Самого детства ее. Держи тебе. Там есть ли какая-то там? Что, что-то есть? Нет. Давай. Держите, я хочу, это мало. Давайте засунем по карману засунем. Это такие вот дамы. Обратите внимание, друзья, какие выглядят. Это очень громко, чтобы вы понимали, что у вас там. И как дети реагируют. Вы видели, что даже не реагируют. Самое страшное, что ты привык к этим грохотам. Видите, у меня нет реакции. Это страшно, поверьте. Ты Полина, по-моему, да? Да, я Полина Кикаева. Да, я помню. Кожу пойду защищать. Вот сейчас я опять. Я кожу пойду защищать. Кого?
родина у нас. Да, ну ты умничка. Настоящая родина. А где есть родина? На, один таких. Я надеюсь, все, да? Так у меня целые руки. Все, у тебя целые руки? А у тебя что, не целые руки? Ну давай, держи еще. Оп. Спасибо. Все, целые руки. Кому еще подарить? Так, ребят, что говорим всем? Спасибо! Ребятки, вам спасибо. Терпения, мира, добра, любви ближним, к родителям, здоровья. И чтобы был мир на земле, как можно быстрее наступит. Ну, да. Российская Федерация все для этого сделает. Как? Ребятки, вам всего доброго. С Богом. Пока-пока. Спасибо. 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 Пока. Пока, малыши. Да, нет реакции на выходе, друзья. Это дети привыкли. Поэтому мы все должны сделать для того, чтобы прекратилось. Здравствуйте! Это снова мы. Здравствуйте, здравствуйте! Ну что, Александр Васильевич, работаем? Работаем. Видел, что дети даже не реагируют на вот эти... Да, слушайте, ты просто... Серьезно, ты я просто ты, пытаюсь передать эмоции, что это очень громко и это очень, очень страшно. А дети очень громко, не недалеко реагируют. Получается, да. Старобельск. Это очень близко. Но дети вообще не реагируют на эти выходы. Вообще. Представляешь, какая страшная привычка. Не реагировать? Ребята, это очень страшно. Поэтому думайте, что скажешь, Вася. Так что не дай бог, чтобы это распространялось. И хочется, чтобы это быстрее закончилось. Не развозить гуманитарку. Чтобы это вообще не было. Ничего хочется. Быстрее бы закончилось. Работаем. А что делать? Работаем, Василий.